Добрый день. Чем хорош кризис? Тем, что позволяет реалистично взглянуть на многие свои потребности и определить, чего же мы хотим на самом деле. Сытые годы приучили нас, что многое доступно сразу. К тому же все мы любим мечтать и визуализировать желания. Но лучше сначала реалистично подсчитать, сколько денег на самом деле в вашем распоряжении. И что, имея эти деньги, вы можете себе позволить. Вот, например, если не переплачивать банку за кредит на машину, реально ли купить ее на свои? Механизм я прочитала в блоге Александры Зайцевой и хочу им поделиться с вами. Сначала она советует сделать простую вещь – сложить весь ваш доход или доход вашей семьи, вычесть расходы, а то, что останется, будет соответствовать сумме, которую вы теоретически сможете откладывать. А вот далее самое интересное. Стоимость автомобиля, который в настоящий момент вы можете себе позволить, равна размеру вашего дохода за год. Это средний показатель, основанный и на социологических данных. Только четверть покупателей говорят о том, что их машина в 2-3 раза превышает их годовой доход. Остальные отвечают, соответствует доходу за год, а то и за полгода. А потом уже считаете, как накопить эту сумму. Для этого делите стоимость автомобиля на сумму вашего ежемесячного дохода. Если цифра не очень радует, в этом месте можно начинать думать о том, где искать дополнительный доход. Ну или о том, действительно ли вам нужен автомобиль. Это правило денег.